С каким настроением надымчане ждут праздника, вы узнаете из нашего опроса. С очень хорошим настроением. Я тут живу с 76-го года, с детства, поэтому я люблю этот праздник. Праздничным. Отличным. Какие планы на выходные? Массовые гуляния, мероприятия. Хотелось бы посмотреть программу. Возможно, поучаствовать где-то в параде. Ну, конечно же, с хорошим настроением. Пусть скажет мой внук об этом. Какое настроение, скажи, сегодня? Ну, хорошее. Скучал по школе, по друзьям. Ну, ждем, конечно, от праздников веселья, хорошего настроения, позитива. Вот. Думаю, что будет фейерверк всегда. Ну и, конечно же, встречи с друзьями. Хотелось бы посмотреть пестрое небо, вот, потому что еще ни разу я не видела. Вот. Ну и не знаю, кто будет у нас выступать. Еще зарубежные и исполнители нашей эстрады. Ну, я думаю, что на площадь обязательно мы пойдем. Звезды, говорят, приезжают, только мы не знаем, какие. Что-то как-то так поверхностно слышали информацию. Да, мы, я думаю, что мы везде побываем. У нас и ребеночек, что везде у нас будет участвовать. Поучаствуем везде, в общем. Ну, конечно, замечательно, господи, это мой город. Я с 81-го года здесь проживаю, поэтому я... А вы, можно сказать, с нетерпением ждете этот праздник, День газовика, День города? Вы знаете, жду. Как раз мой дом находится вот на Ленинградке 20. Я и так прихожу, я и с окна смотрю, и поэтому все на моих глазах. Ой, ну, замечательный праздник.